много тебе в прошлом видео показывал, а именно уход за малышом. Вот, повторяем все же опять эту картинку. Посмотрим, что у нас тут с скриншотами. Мы должны что-то делать и играть за пёселя или бегемота. Я вообще знаю, корову какую-то. Ну, в общем, игра. По отзывам. Сейчас на него заведем. Игра очень хорошая. Малышу нравится. Но 4, а не 5. Потому что очень много реклам. Он тоже захочет игру. И у нас открывается такое. Прикольная заставочка с бегемотом. У нас никого вроде бы нету, кроме бегемота. И в итоге загрузка. Нормально. И что? Ну. И вот, видимо. Начинается игра Hippo Baby Game. Лотинг. Опаньки, что тут нужно делать? Рисофит. Я хожу, нет, не волкан. Такой обзор, я не понимаю, что это делать. Ну, двое стоит подбор, подсыпем, или персиков. Персики, персиковая каша, давай все. А? Жидкое говно, что за жидкую какашку мы ему дали, и мы должны что-то с этим делать. Бегемот чувствуется нормально. Я тебе хочу дать есть, а ты просто какой-то нормально. Вот тут что смотришь, ладно, с комментарием. Ладно, этому мы дадим купаться. Щену! Так. Утка тебе нужна. Утка. Разве не мяч? Ха, слушай, ты. Еще утка. Че это все творит? Он выбрасывает это опять. В общем, без комментариев. Или нужно что-то... ладно. Тебя нужно намыть, да? И какая-то белая какашка. Без комментариев. Просто без комментариев. В общем, я извалился с этим пёселем и будем сажать его салатку. Соску. Так, найдем тебе соску и... Ну, пять. И ему нужно пелёнки. Ну, конечно. Видимо, этого ему было недостаточно. Барашек.
что происходит. Что вообще происходит? Блин. Что-то происходит, видимо. Это у него закружились глаза и... И мы должны пить комров. Как спи? Нет, не получается. О, хорошо. А, тебе нужно... Чего ты себе не поражу, смешно выключать? Жираф ненормальный. Жираф, ты это где? Ну, давай, 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 подожди, давай. Реально музыка играет дурацкая. И... Теперь включу свет. Все, спи. Ну, спи, ты этого нужно снова в люльку положить. Да. Братан, просто её... ладно. Я рух такой себе, тоже себе. Серьёзный. Если тебе нужны тоже эти бараны, заходи к нам. У нас для тебя баранов найдется миллиард. Кажется, ему чего-то недостаточно. Он просит баранов, а у него есть бараны. Нормально. Чем нормально. И сколько мы должны ждать? Очень много. Он засмеялся и все. Все просто хорошо. Включить. Зевнул, и это все, что нужно было ему для счастья. О, пробарабан. Он показывает язык. Мы открыли шапку. Зачем нам шапка? Давай покормим этого бегемота. Бесиковый каз. Ратун. Рад, ешь. Значит, этот бегемот не хочет есть. Нормально. Если так будет долго продолжаться, то мы сможем... Чё? Какой мы должны сушечку кормить? Как малыша? А, да, он же есть малыш. Ну ладно, покормим. Победим вот сейчас. Не по... Тебе... Как? Чё ты рухишь? Ты уже рух. И уже всё закончилось. Ладно. Я вообще листок. Это я просто ухожу из себя. Все. Все, значит... Почти не вы ему случайно даете. Что это было? Без комментариев. Теперь мы должны хлопать муху. Давайте ему пирожное. На его выдох. Конечно же. Как же без его? Без этого. И... Тут что пирожное? Шаши, жри, шаши. Ну, здравствуйте, наш маленький. Ужас, ладно.
все нравится. А, игрушки. Вот этим мы еще не занимались. Значит, зачем тебе наш единорог, Соник? И что мне с ней делать такой типа? Да ну ее! Мощный футболист прирожденный. Теперь зарядим его. Как? Панамко. Красивые, наглядные трусишки. Крутые очки. Волшебника трусишки. И ботинки. Ха-ха-ха. Ну, в общем, нарядили мы его нормально. И пирамидка. Пахнет. Ему нужны кубики. Это не парень, да? Суп-суп-суп. Старались. И еще, да. Ну, говорю же, футболист. Просит подарки, ему делают, дают их. Пузыри. В общем, мы должны лопать их. Ты сидишь? Футболист. Значит, тебе нужна пирамидка. Тебе, да. Это... Опа. Мы должны что-то делать. Что сломать? Собирай. Дай тебе последнюю фигурку. Нормально. Ну хоть последнюю. И он это... самый легкий пазл, который я соберу. Самый легкий. И снова поздравления. Просит поставить 5 звезд, но мы это делать не будем. И теперь нойте как хотите. Я наигрался. Все. Всем пока. С вами был Хакер Кронг.